Ассаляму алейкум, берзлай, и приветствую всех на нашем канале. Сегодня вышло новое обновление у нас. Обновление Battle Pass, 7-й Battle Pass сейчас вышел у нас. Как все мы видим. Так, что добавили в новый Battle Pass? 88 можно стандартный ранг купить, обычный. И за 988 можно получить высший ранг, то есть элитный пропуск высшего ранга. Многие не знают, что дает элитный пропуск. К примеру, у вас миссия, да? Вот это задание вы выполнили. Смотрите, вам дается 100 очков, да? Когда вы завершаете это, и вам будет начисляться не 100, а 225 уже. Я обычно всегда полный Battle Pass покупаю, поэтому я знаю сколько. Где у вас 50 написано, дается 75. Так, то есть, где 50, вам дается 100, а где 30, дается 75. Да, вот так. И переходим в обмен. Что добавили? Ящики, сундуки сокровищ сезонов. Они стандартно были 10 ящиков. Сейчас можно приобрести 50 ящиков. Сундук с купонами обмена скинов. Эти ящики были где-то 30, если я не ошибаюсь. Но сейчас они уже 300 ящиков. Вы можете уже 300 приобрести их. То есть у вас есть много возможностей, много купить, да? Итак, сундук монет героя. Их было 50, а сейчас 500. Но цена не изменилась, хотя могли бы они поменьше сделать. Да, смотрите обязательно на дату. Этот обменник, некоторые вещи из этого обменника будут действовать всего лишь до 30 сентября. Они стартуют 1 августа и до 30 сентября. Сегодня, сейчас покажу, 31 июля. Итак, добавили скин Хайлай. Потом мужской скин, клоун. Дальше, королева варваров. Где-то на 5-м Battle Pass или в 4-м Battle Pass давали, если вы приобретали полный Battle Pass, вам давали королеву варвара. А если вы простой покупали, вам давали вот этот скин, Вождь Волков. Итак, идем дальше. Что еще? Летняя красавица. Вот этот скин еще. И дальше, Златославная Супервумен. Это Супервумен то же самое. Когда вы приобретали элитный Battle Pass, там давали Супервумен. А когда вы приобретали обычный Battle Pass, то вам давали... Где он у нас? Вот, Златовластный Супермен, вот это давали. Так, идем дальше. Да, кстати, обратите внимание на тикеты. Сколько тикетов они стоят? 688 стоит этот. Тоже, тоже. То есть у нас есть 5 элитных скинов, да, которые можно за 688 тикетов купить. Дальше у нас идут по 98 тикетов. Где взять эти тикеты, уже, наверное, все знают. Но если кто-то не знает, то... А где это у нас было? Ну, короче, когда вы выполнили уже 100-й уровень, вот здесь, когда вы выполняете уже 100-й уровень, то дальше от 101-го уже идут тикеты. А здесь, к сожалению, нету, не показывает пока что. Дальше идем. 98 тикетов стоит элитный Battle Pass.
прошлого сезона, то есть шестой сезон. То есть вот это элитный Battle Pass шестого сезона, а этот обычный. Дальше Барби Смерть, тоже за 98. И Клара, тоже за 98. Но из-за ее эмодзи, да, можно ее купить. Но я, собственно, буду ее покупать. Но не сейчас. Мне еще надо Battle Pass покупать. Итак, идем дальше. У нас есть М4, Медовый Крит. За 68 тикетов. Есть ФАМАС, тоже, то есть Кюбазе, не ФАМАС, извиняюсь. Есть Кюбазе, тоже за 68 тикетов. А пасхальное яйцо, лютая базука, тоже за 68. Также УЗИ у нас есть, прохладное лето, и, то есть винтовка М4 и гранатомет. Это у нас с прошлого батл пасса. Вы тоже могли в обменнике покупать. Они сюда что-то добавили их, да? Если кто-то не успел их приобрести, могут купить, походу. Так, у нас дальше идут скины на оружие, дробаши, да? Скин у нас называется клон. Клон, то есть клон. И тут, вы, наверное, заметите, там где глаза, все. И вот этот скин. И также комплект из отличного железа, то есть из МОК. И это тоже из МОК скины. Тоже. Это уже из железной брони. Дальше у нас есть еще скины на двери, скин клоун. Это на железный и на МВК дверь действует. Он у меня уже есть, но что-то он не показывает у меня, что имеется. Снайперская винтовка М24 за 1288 торговых купона можно ее приобрести. Дальше у нас уже идут за торговые купоны, вот эти скины, да? Вот, дробовик, танцор, ФАМАС, дьявол лотоса, да? СМГ, линия, тоже нормальный скинчик. Так, у нас что дальше? Турель, да. Турель, обычная и топовая турель. С4 скинчик такой, это из железной брони, это тоже, а это уже МВК. Дальше есть еще скин на холодильник, это облако чата, пасхальное яйцо. Это в 5-м сезоне вроде было, это пасхальное яйцо, если не ошибаюсь. Еще можно приобрести эффект пасхального яйца, можно рисунок пасхального яйца, эффект дулы, также эмодзи еще один, танец плеч. Итак, давайте посмотрим, что дает нам сам Battle Pass. Так, на первом уровне нам дается воздушный шар веселье, я не знаю, что это такое, но мы это посмотрим. И танец водорослей, эмодзи такой. Так, идем дальше. На 10 уровне нам дается аватар ангела и демона. Если вы приобретаете Battle Pass, то есть это может быть и за 388, и за 988. Разница в том, если вы за 388
То есть, а если обычный пропуск вы покупаете, то вам дается только этот скин, скин демона. А если вы приобретаете пропуск высшего ранга, то вам дается ангел скин, еще разблокировка, это стандартный уровень. Так, мгновенно украшает боевую машину воздушный шар. Мгновенно дает рамку аватар свет и тьма. Улучшает до 20 уровня. Сэкономил вам 1400 купонов. И мгновенно дает рамку аватар и демон. То есть, это имеется в виду, до 20 уровня, вот этот, тот самый аватар, скинчик на аватар, вот, скинчик на аватар, вот этот вам дается, вот это тот самый воздушный шар, тот самый водорослый танец, и карточки имени, и вот этот скин. Злой демон. То есть до 20 уровня вам все дается, если вы приобретаете элитный. Итак, на 10 уровне без приобретения батл пасса вам дается вот такой аватар. Свет и тьма. А если приобретаете батл пасс, вот даже простой, вам дается вот этот. Ангел и демон. Такой аватар. Итак, на 20 уровне нам дается скин злой демон и скин на печку, большую печку. Эту печку я хотел купить пару дней назад, но так и не решился, потому что мне срочно надо было выйти, и так и не купил этот скин. Но, к счастью, хорошо, что я не покупал его. Зато купоны остались. Так, на 30 уровне вам дается скин на кухонный нож, ангельский свет, и скин на бобовку, то есть сачели. На 40 уровне вам дается эффект дулы поцелуй демона, скинчик, так, эффект спасибо. И скин на М24. Так, на 50 уровне вам дается скин на дубинку. Честно говоря, единственный нормальный скин на ближний бой. Единственный скин, который мне очень доволен. И дается скин на пусковую установку, то есть ракетница. Так, на 60 уровне вам дается скин на взрывчатку С4 и сундук сокровищ 7-го батл пасса. На 70 уровне вам дается облако чата ангелы и демоны. На 80 уровне уже эффект взрывчатки, то есть сачель или динамит. А, здесь динамит, граната, ракета, короче. На подобные взрывы будет у вас такой эффект. На 90 уровне простой обычный сундук сокровища 7-го батл пасса. И на 100 уровне вам дается скинчик на ФАМАС. Стимпанк. Честно говоря, хороший скин, классный. Ну, на этом у нас было все. Если все еще не подписаны, то не забудьте подписаться на канал, чтобы красная кнопка у нас стала серой. И, естественно, поставить лайк под этим видео. Ваши лайки и комментарии мотивируют меня для новых рубриков. На этом у нас все. Всем пока.